Хочешь кофе? Не 8, мама. И положим побольше сахара. Перес рапортует. А тебе не страшно здесь совсем одной? Нет, с чего бы. Захочешь позвонить, нажмешь на кнопку. Видишь камеру вон там? И я тебя вижу. Не волнуйся, зайка, я недолго. Поиграй. Не бойся, запри двери, не выходи. Тата, зайка. Тата. Стоять! Прости, не представился. Я Луис. Здоровый. Я здесь с женой. Она ждет. Привет, Мими. Ирис поможет нам принять Рауля. Она ведь заражена. Ребенок тоже может быть больным. А ты жестокая. Если бы тата заболела, ты бы ее бросила? Повтори. А когда я тебе сказала ее имя? Где она? Говори, где моя дочка? Сумасшествие сейчас не самая страшная болезнь. Эпидемия «Вирус-32».